самое страшное – это то, что я обнаружила. А, блоха ползет живая! Мама! Мне сейчас плохо будет. А вот с Мишей случилась такая ситуация. И если... Да что такое, Алис? Алис. Привет, я Энни Мэджик, со мной тут моя киса Алиса, кошечка, и скоро мы позовем сюда всех остальных моих собак, потому что сегодняшнее видео просто абсолютно ненормальное для зимы, оно в принципе для нашей жизни ненормальное, я с таким никогда не сталкивалась. У нас мини-чрезвычайная ситуация в нашей семье. Киса Алиса принесла в дом блох. Я в своей жизни никогда на своих животных блох не видела, я никогда с этим не сталкивалась, потому что я всегда забочусь о своих животных. Кошка, иди сюда! И у меня никогда не возникало подобного за всю историю, при том, что моей старшей собаке скоро 9 лет. Ставьте лайк на это видео, если вы за то, чтобы заботиться о своих домашних питомцев. И самое главное, почему многие из вас или я могли бы быть к этому не готовы, потому что на улице как бы зима. Ни для кого не секрет, ребята, что во всех регионах в России эта зима аномально теплая. Я вам показывала не раз, что у нас за окном трава зеленая. Это вот сейчас более-менее снежок хоть какой-то появился. Зимой я не обрабатываю своих животных от блох или клещей, потому что это не требуется, на улице мороз. Почему ты все время вот хочешь куда-нибудь убежать от меня? Почему ты хочешь уйти от меня куда-нибудь? Но из-за того, что зима теплая, видимо, где-то киса Алиса подцепила блох. Короче, ходит вот этот вот маленький кот, а монстр шляется везде и всякие проблемы зарабатывает. Вот недавно я сняла уникальнейшие кадры, как она сидит на заборе, показывала в сторис в Инстаграм, а потом еще заметила и другой момент, и уже показывала это во влогах. Подписывайтесь на этот канал, потому что там я показываю такую самую простую, обычную жизнь. И на Инстаграм, и наши... Ой. И вот я стала замечать, что у кисы Алисы испортилась явно шерсть. Вся шерсть у нее на шее, она как будто, я называю, обсмоктанная. То есть не просто пушистая шерстка, как обычно, а гривка такая. Из-за этого образуются колтуны, которые потом приходится вытаскивать из нее. Явно что-то не так. Может быть, кто-то не знал, есть такой лайфхак. Как же еще понять можно, кроме того, что животное чешется, или стало плохо выглядеть, или у него текут глаза, но самих блох не видно? Я стала разглядывать именно ее шерсть. Сейчас YouTube заблокирует на видео. Блошиные экскременты. Блохи тоже ходят в туалет, и это можно обнаружить на шерсти животного. Смотрите, вот здесь она даже расчесала, видимо, чесала, и тут ранки такие. А вокруг вот тут вот можно увидеть, как маленькие-маленькие черные песчинки. Я в своей жизни лично никогда не сталкивалась с блохами вот так вот близко, тем более у своих питомцев. Поэтому мне вот интересно будет послушать, были ли у вас такие истории вообще. Расскажите в комментариях, напишите. В первую очередь я решила, что нужно обсмотреть, проверить всех собак. И самое страшное — это то, что я обнаружила. На белой шерсти ни у Эйвена, ни у Софи, ни у Юми не видно вот этих вот черных песчинок, скажем так, и самих блох тоже. Ну, то есть, если даже нет вот этих песчинок, это значит, что, скорее всего, и нет самих блох. Эти собаки, Юми, Софи, Эйвен, не чешутся. А вот с Мишей случилась такая ситуация. Я буквально вот вчера, как после прогулки, заметила, что она чешет спину об стену, на улице. Мне это стало подозрительным, я подошла и стала разглядывать, что у нее там такое. На шерсти и на коже ничего не было, ну, почесалась. Ну, странно, конечно, ну ладно. А после того, как я поняла, что у кисы Алисы блохи, и всех разглядела, я у Мишки тоже обнаружила вот эти вот черные песчинки на шерсти. Но тут же встает вопрос, почему у одной из собак, например, есть блохи, а у других нет блох? Конечно же, к этому позже вернемся, я буду обрабатывать всех. Но почему у Миши, например, они появились, а у остальных трех песиков нет? Это возможно по разным причинам.
причинам. Во-первых, просто так совпало, потому что я быстро это обнаружила, и, возможно, со временем бы разоразились и все, если вообще это оставить без присмотра и ничего с этим не делать. А во-вторых, почему, например, блохи переселились на Мишу, а на других собак нет? Есть такая версия: на здоровой собаке, условно здоровой, блохи не живут. То есть, возможно, у Миши, например, хуже иммунитет, чем у остальных моих трех собак. Опять же, когда вы знаете, что Миша попала ко мне уже взрослой, и мы не знаем, каким образом она жила до этого, несколько лет, чем она питалась, как следили за ее здоровьем, возможно, у нее ужасно слабый иммунитет, и поэтому любая зараза к ней цепляется быстрее, чем к другим собакам. Сейчас мы будем всех обрабатывать, и собак, и кошку. И вот здесь важный момент, который я хотела бы сообщить людям, которые живут все-таки в городе. Так как вот такая аномальная зима случилась, и даже если вы, как и я, заботитесь о своем питомце и обрабатываете его всегда вовремя, знайте, что вот эта ситуация ненормальная, и из-за того, что тепло, ваш питомец подвержен вот этой опасности. Обязательно проверьтесь и обработайтесь все-таки от блох, клещей и других паразитов, потому что... Мама! Я испугалась... Вот когда я была в Москве, мы ходили на собачью площадку. Это большая площадка, на которой гуляют разные всякие разные собаки со всего двора. И любая из этих собак может быть блохастой. И если у вашей собаки появятся блохи, опасность не только в самих блохах, а в том, что они могут приносить самые разные заболевания, опасные для животных. Поэтому очень нужно внимательно к этому относиться. Это стереотип. Многие думают, что если их животные живут дома и никуда не выходят, что собака, что кошка, то они не могут заразиться. Тоже могут, поэтому все, у кого животные домашние, прям домашние, никуда вы с ними не ходите, все равно проверяйте. Их, конечно, не так много, потому что, ну, она же не заражена прям там. Блоха ползет живая! Мама! Я даже кошку напугала. Фу, я не могу, у меня сейчас все зачешется. Я реально не видела никогда вот так живых блох, когда ее разглядывала. Я видела только вот эти черные песчинки, которые являются следствием того, что блохи ходят в туалет. Мне сейчас плохо будет. Кстати, капли от блох, клещей и других всяких подобных паразитов я купила в магазине Pet Shop. В общем, в зоомагазины теперь, ввиду новых жизненных обстоятельств, мы ходим не только за всякими приколюхами для животных, типа игрушечек или жаночек, но и за полезными вещами. Ну, магазин Pet Shop, я думаю, все и так прекрасно знают, потому что он самый известный в зоосфере. И плюс огромный в том, что если вдруг вы живете там не в Москве и не в Питере, а вот как мы, в каком-нибудь маленьком или далеком городке, и у вас в ларечке ничего для животных нет, вы можете в любом случае в интернете все по-человечески заказать в любую точку страны. И даже, кстати, я знаю, что у нас есть зрители из Казахстана, даже в Казахстан. Ладно. Хватит спорить, давайте лечиться. Итак, я вооружилась пипетками от блох, клещей, всяких паразитов. Здравствуй, зима. Я так смешно говорю пипетки. Не пипетки, а капли. Они находятся вот в такой вот как бы пипеточке. Почему я выбрала именно капли, а не... спрей. Капли подбираются по размеру собаки и капаются собаке именно на холку, вот так вот аккуратненько. Капли впитываются в сальные железы животного и таким образом по ним распространяются на весь организм, по всему телу. Сейчас капаем капли Миши на холку. А чтобы спрей сработал, нужно полностью обрызгать, намочить всю собаку этим спреем и еще 20 минут не давать ей нигде ничего лизнуть. Сейчас приступаем к Софии. Фишки. Вот тут вот на холке я нахожу кожу и капаю ей капельки вот так вот прям на кожу, они постепенно туда уже впитываются. И у меня внутри где-то, если честно, внутри в голове есть ощущение, что это работает все-таки лучше, чем если я где-то там не попаду спреем, не так хорошо качественно оболью собаку, обрызгаю им. А еще очень важный момент, который нельзя упускать, когда вы будете покупать капли, они выбираются по весу животного. То есть вот, например, вот эти капли у меня для кошки от 1 до 4 килограмм. Для собак, там собаки же бывают вот такие огромные, и нужно другое количество. Соответственно, там капли по весу выбирать до 5 килограмм, от 5 до 10 и так далее. Киса Алиса. Где киса Алиса? Где киса Алиса? Сейчас будем капать киску Алиску ее пипеточкой. Тоже на холочку, аккуратненько, вот так вот. Господи, что ж ты такое-то? Это же не больно даже, Алис, ты что? Капаем.
И плюс капель еще и в том, что они продолжают действовать в течение месяца. И если... Да что такое, Алис? Холодные, видимо. Алис, это же даже вообще ты ничего не чувствуешь. Чтобы вы не думали, это не укол какой-то, я просто лью ей жидкость на кожу. Они действуют еще в течение месяца, и если вдруг где-то какие-то условно блохи сохранились там, я не знаю, в доме, или яйца остались на шерсти и вылупились, они в течение месяца уже погибнут, потому что капли продолжают действовать. В этом еще плюс, конечно, большой, да, все, ой, ужас, кошмар. Да, то есть продолжают защищать животное от повторного заражения. Фух, когда накапаешь вот эти капли на холку, а здесь холка становится такая жирная и мокроватая немножко, это нормально. И нежелательно гладить собаку, то есть растирать вот это вот все, просто мы же гладим собаку здесь именно, не гладить после того, как вы это сделали. Вот такая вот непредвиденная ситуация, я лично в жизни никогда с таким не сталкивалась, и по большей части я сняла это видео для вас, чтобы предупредить вас о том, что такое возможно, поэтому обязательно проверьте, идите своих животных. Увидимся скоро в новых видео, переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах. Что? Что такое? Что? Что это такое? Что? Эйвен, что такое?